به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم. و علیکم برسلام. Пожалуйста. Да я вас слушаю. Простите меня, отец. Я пришел сюда по важному вопросу. Скажите, пожалуйста, это яблоко из вашего сада? Хорошо. Пойдем. Тебе понравилось? Да, вкусно. Но я откусил без разрешения хозяина. Я пришел к вам, чтобы попросить у вас прощения. Такой сорт яблок растет только у меня. Ты хочешь, чтобы я простил тебя? Я прощу тебя. Но с одним условием. Я согласен на любые условия. У меня есть дочь. Но она хромая, глухая, слепая и немая. Я хочу, чтобы ты женился на ней. С девочками. О, Аллах! Как ты прекрасна! Но почему твой отец сказал, что ты хромая, глухая, слепая, немая? Смысл того, что сказал мой отец в том, что хромая из-за того, что не совершала грех. Глухая из-за того, что не слышала грязных слов. Немая из-за того, что не говорила плохих слов. И слепая, потому что никогда не смотрела на запретное. Абу Ханифа родился в городе Куфа в 80-м году по хиджре, в 699-м году по христианскому летоисчислению, во время правления халифа Абдул-Малика, сына Марвана.
После того, как религия ислам охватила весь арабский полуостров, арабы направили свой призыв к религии ислам в другие города. Не секрет, что многие города, в которых они старались распространить ислам, из-за нежелания менять свои традиции и устои, оказывали им жестокое сопротивление. Да, религия ислам зародилась в сердцевине арабского полуострова. И именно арабы стали причиной укрепления ислама. Вклад в его распространение внесли и другие народы, среди которых особое положение по праву занимают персы. Из-за того, что арабы были заняты ежедневными победами, не арабы, используя это время, полностью отдали себя изучением божественных знаний и их обучению. Через несколько столетий, когда все мусульмане прекратили войны, божественные знания попали в руки Орьетавабам. О чем предсказывал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы знания оказались даже в другой галактике, то ее нашли бы сыновья персов. Этот хадис передают известные имамы Бухари, Муслим, Ширази и Тибрани в своих книгах. В исламском мире имена Салмана Фариси, Мухаммад Газали, Бухари, Джалалуддин Руми, Мавлана Джами очень известны, и все они были персами. Одним из таких выдающихся сыновей Персии, жившим во времена смут и многочисленных течений и убеждений, имевшим твердую основу, достигшим наивысшей степени в изучении религиозных наук, среди которых особое положение занимает фикх, степень и уровень знаний которого была выше степени всех ученых времен правления амавитов и алавитов. По праву является Нуман, сын Сабита, сын Марзубана, или же имамуль Азам Абу Ханиф. Отец его был торговцем тканью и получал от своей торговли такой доход, который мог позволить будущему Абу Ханифе свободно, без мирских забот, полностью отдать себя учебе. Он в очень малом возрасте выучил наизусть Коран, но при этом Абу Ханифа не проводил время среди ученых ислама, а помогал отцу в магазине. Но было одно событие, которое полностью изменило жизнь Абу Ханифы. И этим благодатным событием стала его встреча с выдающимся хадисоведом того времени Шааби, и которая благодатно завершилась. «Нуман, сынок, я пойду в магазин. Из Персии привезли благовония и цветочную воду. Возможно, найду хорошие запахи. Ты, сынок, сиди здесь и торгуй, и с покупателями будь вежлив». «Хорошо, отец. И смотри, не погрузись в чтение, забыв о торговле». Сколько она стоит? Сколько же она стоит? Простите, я не расслышал, что вы хотели? Какую книгу ты так усердно читаешь в это светлое утро? Доброе утро! Если я не помешаю, можно ли мне посмотреть? Сколько тебе лет?
полных 12. В таком возрасте тебе не трудно выучить суру Табара. Мой отец также думает. Чем ты занимаешься на рынке? Здесь торгует мой отец, а я помогаю ему. И этим мы живем. Послушай меня, сынок. Эта работа не для тебя. Изучай исламскую науку. Разве ты не слышал, что говорит Всевышний Аллах в Коране? Тому, кто изучает знания, Аллах дает ему пропитание оттуда, откуда он и не ожидает. Я вижу в твоем лице процветание ислама. Изучай знания. У этого юноши большое будущее. В 96 году хиджры, соответствующему 714 году по христианскому летоисчислению, Абу Ханифа в возрасте 16 лет вместе с отцом отправились в путь с намерением посетить дом Аллаха и совершить хадж, являющийся обязанностью каждого мусульманина, имеющего возможность. Знай, о сынок, каждый год тысячи людей направляются к Каабе, чтобы совершить обход вокруг дома Аллаха. Я уверен, все трудности, они не напрасны. О Аллах, прими паломничество каждого мусульманина. Каждый мусульманин, когда становится совершеннолетним, имеющим имущество, с которого выдают закат, ему становится обязательным паломничество. Это обязанность, которую Аллах не возложил на неимущих. По достоверным доводам, предки Абу Ханифы относились не к арабам, а к персам. Отец его был из Кабула, и он жил в городах, где жили таджики, таких как Термез, Насо и Анбор. Стойте! Что случилось? Ему плохо. Воды. Вода закончилась. Воды. Потерпи немного. После захода солнца жажда уйдет. Жажда дойти до дома Аллаха больше этой жажды. Моя просьба о воде, чтобы дойти, но моя душа хочет выйти. Все тело болит, силы покидают меня. Не могу. Этот человек уже несколько дней испытывал трудности. Старик не достиг своей цели, он хотел умереть там. Нет, это не так. Он прежде нас уже дошел до своей цели. Тому, кто умер в пути к дому Аллаха или же при возвращении, Аллах записывает в книге его деяний 70 больших и малых паломничеств в хадж. Бесконечная радость таким людям. Имам Абу Ханифа в Каабе встречается с последним сподвижником, известным по имени Абдуллах сын Хариса, сын Джаза Зубайди, который читал проповедь среди паломников. Когда он увидел Абу Ханифа, попросил открыть ему дорогу, чтобы он мог приблизиться к нему. Сподвижник сказал: «Пророк, мир ему, сказал, кто будет изучать религию Аллаха,
Аллах избавит его от беспокойств и печали и даст ему пропитание оттуда, откуда он и не ожидает. В одном предании Аз-Зубайди посчитал Абу Ханифу табиином, то есть видевшим и встречавшимся со сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. После этой встречи сподвижник оставил этот мир. Некоторые из историков говорят, что он видел и другого сподвижника, Анаса сына Малика. После обучения исламским наукам он стал известным знатоком фикха, юриспруденции и калама, единобожия. Вначале я стал изучать науку о единобожии, но после того, как изучил ее, я понял, что от нее мало пользы, потому что, когда человек основательно изучит эту науку, он теряет способность говорить ясно, и его тянет к страстям и желаниям. После такого размышления он начинает изучать грамматику и этику. Когда я завершил грамматику и этику и стал учителем, я должен был преподавать их детям. Поэтому я оставил преподавание и занялся сочинением стихотворений. Но потом я понял, что в стихотворениях содержится восхваление и обман. Если же обмана в них нет, то такие стихотворения получаются скучными. У меня появилось желание к собиранию хадисов. Но после размышлений я решил, что для их собирания моей оставшейся жизни не хватит. После этого имам Абу Ханифа полностью отдает себя изучению фикха и становится таким факихом, подобно которому история еще не знала. Я посчитал полезным находиться рядом с факихами, шейхами, учеными и проницательными людьми, чтобы украсить себя их нравами. Я понял, что исполнение обязательного – основа религии, и становление истинным рабом связано с познанием фикха. В этом веке Куфа считалась центром изучения фикха. Великий учитель всех времен Хамад сын Сулеймана 18 лет преподавал Абу Ханифе, который очень уважал и любил своего учителя, на что указывает и то, что он нарек своего сына в честь учителя, Хамада. После смерти Хамада Абу Ханифа в возрасте 40 лет и не допустил, чтобы приостановилось изучение фикха, и поэтому сам стал преподавателем фикха. Абу Ханиф изучал фикх и от других ученых фикха своего времени, таких как Зайд сын Али, Зайн аль-Абидин, Джафар ас-Сидик, Абдуллаха сына Хасана, сына Мухаммада и многих других ученых. Но ни при каких обстоятельствах он не оставлял свою торговлю, потому что этим он зарабатывал себе на поддержание своей учебы и на жизнь. И еще потому что не хотел надеяться на помощь и благотворительность людей. Мир вам. И вам мир. Я прошу вас, купите этот материал у меня. За сколько дирхемов вы хотите продать его? 100 дирхемов. Этот материал стоит дороже. О, великий учитель, вы меня звали? Я готов выполнить вашу просьбу. Наш друг прибыл из земель Хорасана. Доставь ему из этих халатов 50 штук. Он сам просил.
Я готов. Но скажи ему, что один из этих халатов имеет недостаток. Если он захочет снизить цену, то ты непременно согласись и быстро возвращайся. Хорошо. Вы подумали? Может, 200? А может, остановитесь на 300? Поверьте мне, он стоит дороже. Разве вы не стыдитесь Аллаха, издеваясь и насмехаясь над слабой женщиной? Торговцы покупают дешево, а продают подороже. Тогда почему же вы делаете наоборот? Бывает ли унижение больше этого? Я это делаю, стыдясь перед Аллахом. Я боюсь купить и ошибиться. Иди и покажи знатоку материи. Сколько он скажет за эту цену, я и куплю. Учитель, то, что вы сказали, я выполнил. Он поблагодарил вас и из-за того, что торопится, не смог прийти к вам и попросить извинения. Очень хорошо. Ты ему сказал о халате с недостатком? О, учитель, простите меня, я забыл. Человек не должен забывать о таком возрасте. То, что случилось, случилось. Выручку за этот халат раздайте беднякам, как садака. Как вы скажете. Знаток материи оценил 500 дирхимов. Я тоже почувствовал, что он стоит дороже, и боялся, чтобы вы не обманулись. Имам Абу Ханифа уделял внимание как внутреннему, так и внешнему состоянию. Он не одевал старую одежду, а каждый раз одевал новую, красивую одежду и использовал разные благовония. Самый близкий и лучший из его учеников Абу Юсуф сказал: «Я никогда не видел его в неопрятном состоянии и с непричесанными волосами». Жизнь Абу Ханифы проходила во время двух халифатов – Амавитов и Аббаситов. Он был свидетелем больших изменений, как уход Амавитов и приход правления Алавитов. И во всех этих переменах имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, не мог быть в стороне. Он отдавал свое предпочтение Алавитам, потому что не видел шариатского права правления Амавитов. И более того, ему не нравилось то, как амавиты притесняли родственников пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Имам Абу Ханифа не мог не выявить свое беспокойство. Имам был очень ревнив и храб, и его храбрость исходила от его знаний. Правители его времени хотели использовать его знания в своих целях, но они не смогли это сделать. Когда сын Хубайра из племени Бану Умия пришел в Куфу из-за сильной смуты в Ираке, он созвал к себе всех известных факихов и возложил на них разные обязанности. Но только Абу Ханифа отказался от работы в правительстве. И тогда его в первый раз посадили в темницу. И он, да смилуется над ним Аллах, получал удары плетью несколько дней. Но он так и не отказался от своего мнения. Абу Ханифа сбежал из темницы в Мекку, и в этом помог ему богобоязненный охранник. Все мучения и трудности и отчаяние по отношению к Абу Ханифе были только для того, чтобы испытать его, готов ли он быть самавитами, или же он предпочитает алавитов. День за днем сила аббаситов увеличивалась, и увеличивались их единомышленники из земли. В
Дело дошло до того, что правление племени Амавитов с убийством их правителя Марвана, сына Мухаммада, остановилось. А теперь вернемся в город Мекку, в который убежал имам, и как его там встретили. 6 лет Абу Ханифа находился в Мекке, и после того, как к власти пришел Мансур Аббаси, вернулся в Куфу. Все собравшиеся ученые ждали его речи, и он понял, что люди хотят знать его мнение по поводу правления аббасидов. Хвала и восхваление Аллаху, который выявил истину близким пророка и отдалил от нас притеснение и развязал наши языки, чтобы мы могли говорить истину. Мы даем обет подчиняться Аллаху и исполнять свои обещания, и что от родственников пророка, саллаллаху алейхи вассалам, никогда не отступим. فروگذاری نمی کنیم. Восемнадцать лет жизни он проводит во время правления аббасидов без мучений и трудностей. Но только из-за того, что во время правления амавитов Абу Ханифа желал правления алавитов. Мансур, правитель аббасидов, предельно уважал его и часто преподносил дары и подарки. Но из-за своей проницательности и сравнительных размышлений Абу Ханифа осторожно и с уважением не принимал их. Аббасиды, к сожалению, совершили ту же ошибку, которую совершили амавиты. Было ясно, что любовь Абу Ханифы, родственника пророка, саллаллаху алейхи вассалам, была особая, и он говорил против тех, кто плохо отзывался о них. После того, как все родственники Али, рази Аллаху анху, были убиты Мансуром, в сердце Абу Ханифы не остается ни капли уважения к правлению аббасидов. В 145 году хиджи, что соответствует 762 году по христианскому летоисчислению, в Медине стал править Мухаммад. Недоверие людей к аббасидам увеличилось настолько, что даже известный имам Малик, да будет доволен им Аллах, дал фетву воевать против них, и этот шум прекратился убийством Мухаммада и созданием трудностей имаму Малику. Мансур узнает от своего близкого человека, что кто-то сбивает с пути его наместника. Когда он узнает, он решает отомстить Абу Ханифе. Место нахождения Абу Ханифы не было скрытым для шпионов Мансура, и вести, которые доходили до Мансура, становились почвой для унижения Абу Ханифы. Сначала он захотел назначить его кадием, судьей, или чем-нибудь озадачить его. Целью Мансура было то, чтобы его отказом от должности убить его. Но для того, чтобы убить такого великого имама, халиф должен был убить половину арабов и не арабов, потому что количество его последователей и учеников день за днем увеличивалось. Мансур из-за того, что не находил выхода, что сделать с имамом, клянется, что он должен без сомнения принять должность, чтобы исполнить свою клятву. Халиф вынужденно взял на себя постройку стен города. Это было в то время, когда Мансур начал нападение на семейство алавитов. Его беспокойства были не без причины, потому что слова имама доходили до жителей Куфы и даже за ее пределы. Ученые его времени признали Абу Ханифу основателем науки фикха. Имам Шафии, сиявший в небесах фикха,
Так сказал про Абу Ханифа. Люди нуждаются в фикхе Абу Ханифа. Ни одно его решение не было без доказательств. Абу Ханифа сказал: «Я беру книгу Аллаха для вынесения решения. Если в ней не нахожу, то берусь за сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Если и там не нахожу, то берусь за слова сподвижника, рази Аллаху анху, и слова того из сподвижников, которые подходят к тому или иному вопросу, те оставляю и не отхожу от этих слов». Абу Кутада в Куфе собрал людей. «Спрашивайте о дозволенном и запретном, чтобы я мог вам ответить. О, Абу Кутада, один человек потерялся, жена его, потеряв надежду, вышла за другого, и потом появляется первый муж. Что ей делать? О, горе тебе! Разве такое случилось? Нет, но мы готовимся до прихода беды. До этого нужно изучить. Клянусь Аллахом, я больше не буду говорить вам о дозволенном и запретном. Основа фикха Абу Ханифы состоит из книги Аллаха, сунны пророка Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Решений сподвижников, согласие ученых, аналогии, предпочтительного и обычая. Кади Куфы Абу Лайла осудил сумасшедшую женщину, которая сказала мужчине: «О, сын вора и прелюбодейки!» Двумя наказаниями. Первое – из-за наговора на отца, и второе – наговора на мать. Эта весть дошла до Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах, и по шести пунктам выявил его ошибку. Пользуясь близкими отношениями Абу Лайла, пожаловался халифу, и халиф запретил Абу Ханифе выносить фетву, и он надолго лишился этого. Даже сам Абу Ханифа сказал: «Абу Лайла во мне видит такие вещи, которые я не вижу даже в животных». Имам Абу Ханифа давал фетву людям из книги, и это вызывало зависть, гнев и ненависть правителей халифата. И для сохранения своего правления халиф старался найти момент, чтобы отдалить его, и этот момент и возможность Мансуру предоставил сам имам Абу Ханифа тем, что отвернулся от этого халифата. Что вы думаете об этом вопросе? О, правитель! В должности кадим я не вижу более достойного, чем Абу Ханифу. Что ты хочешь этим сказать? То, что стало явным. К его призыву прислушиваются все люди. Его уважение и авторитет каждый день увеличивается среди людей. Хорошо. Но, вероятно, он откажется от этой должности. Клянусь Аллахом и его посланником, если Абу Ханифа откажется от должности кадия, я повелю, чтобы его били плетью. Имам Абу Ханифа прибыл.
Пожалуйста. Бачаш. Хорошо. Мир вам и милость Аллаха. И вам мир. О, имам, мы с учеными пришли к выводу возложить на тебя должность кадия. Я очень благодарен вам. Для меня большая честь, что халиф и ученые доверяют мне. Но какова цель этого назначения? Каждое твое слово для людей имеет большое значение. Кроме тебя, такого уважения и авторитета не имеет никто. Клянусь Аллахом, что в состоянии спокойствия я не уповаю на себя, то как же в состоянии гнева мне уповать на себя? Если даже ты будешь угрожать мне утоплением в реке Евфрат, если я откажусь, я непременно выберу смерть. У тебя есть сторонники, которые нуждаются в тех, которых уважают люди, но я такую ответственность на себя взять не могу. Ты лжешь. Ты можешь. Ты сейчас сам вынес решение. Как ты можешь сделать для себя дозволенным назначить на пост кади обманщика? Ты не говори языком логики и смыслов. Ты знаешь, какова моя конечная цель. Я вообще не хочу иметь с вами ничего общего, потому что вы причиняете мусульманам много вреда. Какое доказательство на свои слова ты можешь привести? Ты убил много мусульман без права на это. Условие мусульманина, чтобы он до конца был искренним перед своим халифом. Мусульман связали с условием, которого они сами не выбирали. И ты поставил им условие, на которое ты не имел права, потому что кровь мусульманина становится дозволенной лишь по одному из трех условий. Твое же условие не делает их кровь дозволенной для тебя. Если же ты из-за их неискренности будешь убивать их, то этим ты сам переходишь грань дозволенного. Границы Аллаха соблюдать важнее. Я благодарю вас за ваше беспокойство и милость, но не могу принять ваше предложение, потому что... Что еще? Как я могу принять должность, которую под приказом другого казнить, мне придется ставить свою печать? О, имам, прошу тебя Аллахом, не делай этого, не губи себя. Посадите его в темницу. Его бросают в темницу и до такой степени бьют его плечи, что он теряет все свои силы. Будешь принимать должность? Нет. Принимай. Принимай. Нет, нет. Принимай должность. О, Аллах. Я тебе говорю, принимай. Принимай, будь на нашей стороне. Нет. Принимай должность. Причист Аллах, причист Аллах. Принимай, я тебе говорю. Причист Аллах. Я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. И Мухаммад, его посланник. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
Есть достоверное доказательство того, что ему дали яд. Вот так в 150 году хиджры, или же в 767 году по христианскому летоисчислению, вышла душа из тела этого великого имама, Нумана, сына Сабита, сына Марзубана, известного как имам Азам Абу Ханифа. По завещанию имама его похоронили в земле Багдада, которая по завещанию имама не была насильно отнята. Говорят, что при похоронах Факиха Ирака имама Азама присутствовало более 50 тысяч человек. Передает, что халиф пожалел о том, что сделал с имамом, и сказал, обращаясь к людям: «Я со стороны Абу Ханифы за его жизнь и за его смерть ожидаю прощения и принятия моего покаяния». И Абу Джафар Мансур совершил на могиле имама молитву. Имам Азам, опираясь на основы, которые мы упоминали выше, очистил шариат от слабых и недостоверных хадисов. Он смог облегчить совершенную религию ислам и сделал ее доступной для людей. И наряду с этим он ознакомил всех людей языку своих предков. Так в неарабских странах стало обычаем намерение и дуа делать на персидском языке. Вклад великого имама Нумана, сына Сабита, сына Марзубана, или же имама Азама Абу Ханифы, дело укрепления и распространения ислама оценить невозможно.